Tianxin Drop – самый лучший сайт с прямодемами и лунами. Все выводы происходят через Kudashop. Официального партнера Tianxin, с тебя ее ID, сник прямодемы. Выводы моментальные, ни одного случая бана или списания, а также постоянные раздачи, где победить может абсолютно каждый. Сам пользуйся, ссылочка где? В описании. В обновлении 4.8 мы получим бесплатного персонажа, а также 3 новых скина, один из которых будет бесплатным. И новое летнее мероприятие, на котором мы опробуем новую механику, которую завезут в Натлане. Итак, в этом видео давайте поговорим обо всем, чего можете ждать в версии 4.8. Да, информация недостоверная, но все-таки что-то из этого да точно будет. Релиз версии 4.8 запланирован на 17 июля 2024 года. Это будет последний патч в цикле Фонтейна. Мы попрощаемся с Фонтейном и перейдем к самому ожидаемому региону. Наверное, после Снежной, хотя хз, к Нактлан. Так что вы можете ожидать появления трейлера для Льона Поджигателей в специальной программе. Точно так же, как мы видели некоторые кадры с Фонтейна в версии 3.8. Слухи о летнем мероприятии ходили уже давно. Так и ожидается, что в этом заключительном обновлении будет представлена временная локация, которая будет доступна в течение 40 дней. Согласно информации от Делюка, мероприятие проводит одна из ведьм колдовского круга из Шабаша. Возможно, мы даже встретим таинственную ведьму, которая может оказаться Эмилией, упоминаемой несколькими персонажами Фонтейна. А тема мероприятия станут различные сказки, вероятно, вдохновленные произведениями европейских авторов и искусства. Вот это скажи, уже интересно. Заходи в мой телеграм-канал, потому что там сейчас идет розыгрыш на Луны, а также, ну, конечно же, Кларинда, Сиджи и так далее. Геймплейчик все там, смотри, ссылка в закрепленном комментарии, все самые свежие новости у нас. Список персонажей, приглашенных на мероприятие, выглядит интересно. Странник Террара на Виенилу. Поскольку Странник в настоящее время представлен в версии 4.6, на Виенилу, скорее всего, появится в версии 4.8. Поскольку Нилу не показывалось в течение года, а на Век, как ожидается, выйдет повторно до версии 5.0, помимо них вы можете ожидать повторных показов Ризли и Шинхе. К сожалению, на данный момент нет информации о новых персонажах, но возможно появление 4-звездочных персонажей. Если это произойдет, то, скорее всего, это будет девушка из тюрьмы, которую зовут Далия. Самый вообще секретный персонаж, не знаю, когда он появится, но интерес. Также известно, что во время мероприятия мы протестируем новую механику в Натлане, связанную с ездовыми животными. Согласно слухам, в локации будет дракон, на котором мы можем покататься и также полетать. Интересно, что имя дракон совпадает с именем существа, похороненного в драконьем хребте, но об этом чуть попозже. Несколько месяцев назад инсайдеры поделились информацией о том, что в версии 4.8 мы можем ожидать появления 3 новых скинов на персонажа. Изначально рассматривались 2 версии персонажей для этих скинов: Альбеда, Сахароза, Эмбер или Странник. Я думаю, что у Странника Нилу и Террара гораздо больше шансов, поскольку все эти 3 персонажа будут задействованы в событии в обновлении 4.8. Так что вот такие новости на сегодня. Подписывайтесь на канал, что вы ждете больше всего в обновлении 4.8. Заходите в телеграм по ссылке в шопке профиля, ну и конечно же ставьте лайки. Всех люблю, пока-пока.